Кошкин спать должна. Фроська, ты спать должна. Спи, моя радость, усни. Вот так, лапкой. В доме погасли костры. А птички засохли в пруду. Рыбки замерзли в саду. По кайфу девочки с пьяницами посидеть, да? Ночью. Смотри, не свались там, как полотенце. Есть хитрость у мейн-кунов какая-то, слышишь? На каком-то вот здесь вот вычисляют, насколько они... Чего, насколько они? Непородистые, дефектные. Как-то вот... Сейчас она, видишь, этого не позволит тебе сделать. Видишь, она не позволит тебе это сделать. Фроська, ну-ка покажи ему кузю морду. Ну покажи, покажи. Все, устал уже, не двигается, а поиграть все равно хочется. Не двигай жулина. Сейчас просто вырубится в какой-то момент. Всех классических кошек включен режим пониженного энергосбережения. Пониженного энергосбережения? Повышенного. Повышенного? Мне пониженного интереснее. Чувствуются зубы? Мелкие, она еще не... Она боится менять будет зубы. Через месяцок или полтора будут выпадать зубы. Не издает там звуков никаких. Это не дождь. Ну что вы там зациклились на одном упражнении? Фроська, как у нас дела? Выпадывает. Не хочет выпадать. Не выпадывает, да? А я скажу, не выпадывает. Да. Ну-ка покажи ему, что он такой бородатый к тебе лезет. Это там как наволочка. Все, не удержалась. Выпадывает. Где он там?